много проектов на контейнер с помощью штрих-кода. По какой причине? Например, потому что он подвергается мойке, штрих-код неудобно считывать, неудобно наносить. Открываться встроенными RFID-чипами. Другими словами, производители упаковки не дождались, пока такой процесс уже происходит. Если вы вот посмотрите на недавние релизы от таких известных производителей упаковки, как Avery Dennison, либо шведская Stora Enso, то, например, в модном ритейле точность учета в торговом зале составляет порядка 70-80%. По результатам внедрения RFID-маркировки точность смещается. Ну, когда же вы уже наконец перейдете к внедрению, на что вам говорят? Ну, мы не находим каких-то обоснований экономических для того, чтобы внедрять новую систему маркировки. Находится на полке в торговом зале. И, как ни странно, чаще всего ответ нет. И те люди, которые на учета, невозможно убедиться в том, что та вещь, которую они пытаются продать, действительно есть торговая. И таких неочевидных вещей много. Это все попадает в категорию омниканального ритейла. И на сегодня... На мой взгляд, это немного нереально. Потому что задачи разные стоят перед стандартными, вот, существующими сейчас 4G и Wi-Fi. То есть это разные сети. 4G – это городская сеть, Wi-Fi – это локальная сеть. Понятно. Разработчики ставят перед собой цель унифицировать технологию Mobile Broadband таким образом, чтобы любые девайсы поддерживали ее и обеспечивало это, что целью ставится именно универсальный, доступный, качественный, высокоскоростной доступ. Поэтому, условно, говорить, что... Какой контент будет преобладать в мобильных абонентах? Если какая-то аналитика у вас, может быть, поделитесь мировым опытом? Безусловно. Прежде всего, это трафика составляющего, это мобильный, это видеотрафик, это видео. То есть основным трендом в росте этого трафика является видеодевайс. Мы прогнозируем, что это действительно будет, это сотни тысяч, это будут миллионы датчиков. И к 2020 году характеристики только сети 5G смогут... Реальные планы МТС в этом направлении? Я, безусловно, говорил о мировых тенденциях. Сейчас говорить о планах МТС на 5G с точки зрения развертывания сетей, к сожалению, еще раз, МТС будет строить 5G. К сожалению, вот сейчас ответить, наверное, сложно. Но что могу сказать с уверенностью, МТС... В которых произведена регистрация отгрузок. Регистрация отгрузок. Ну, давайте к следующему слайду посмотрим, как это происходит. Здесь видно, что информация поступает. Вот это начало, значит, вот партия сырья получается. Мы видим, что каждая партия сырья является различным набором показателей. Но здесь этих ферм может быть несколько. Сейчас уже, вот, допустим, организация «Савушкин продукт», она свою технологию дорабатывает таким образом, чтобы вешать ошейники на каждую корову. Вот. Да, следующий слайд вам показывает, что партия уже продукции, которая была изготовлена с данной партии сырья. То есть мы видим, что какой, значит, конечный пункт и что разрушается. Ну вот, таким образом, пока в настоящее время таким базовым предприятием, которые для нас являются, это по молочной отрасли является Савушкин продукт, а по мясной отрасли с нашими российскими коллегами согласовываются форматы данных и форматы нашей системы АЭС. Тогда вопрос уже будет снят политически, как вы знаете, вот эти всякие молочные. Контроль за этим необходим. И с этим связаны также проблемы, связанные там, с обновлениями. Потому что поменять логику работы иногда очень необходимо, но компания просто не может это во всех сферах применения для того, чтобы обеспечить это. Ну, это связано в первую очередь с покрытием. Мы прекрасно понимаем лимиты стандартов, которыми мы обладаем. 2G, 3G. Конечно, с ростом технологических. Говорят, мы будем снимать каким-то другим образом, искать какие-то другие решения, локально выгружать данные.
Если можно представить себе, например, текущий вот такой челлендж, это какой-нибудь счетчик. Счетчик не строишь, такой модель. Также вопрос касается емкости сети для таких технологий M2M. Казалось бы, их пока мало, но когда их станет много, сети текущие не рассчитаны на такое количество людей. У нас сотни, максимум там, 1000 абонентов сидят. Статичные данные, счетчики, не знаю, элементы каких-то измерений или какую-то информацию о состоянии, это очень малые данные, передаются очень далеко. Вот эта ниша. Технологии сейчас, как бы можно сказать, что они приблизительно похожи одна на одну, за одним исключением, что одну из них, которая основывается на сети LTE, используют операторы, у которых есть LTE и coverage большой, ее можно попробовать использовать для тех, у кого есть LTE и покупать эти чипы. До удаленных филиалов, до использования решений WTTS, соответственно, качество сервиса, гарантирование качества сервиса происходит за счет дифференциации. Please go out and take the hello phone back. Good afternoon, friends. I come from the opinion towards it. So, we heard much of Internet of Things today and yesterday. And as the architecture of IoT, actually we separate it into type of technologies. And after collecting all this data, it will be transferred into a unit hub, which we said it will be the network layer. For example, we use the hub and service we may want. But finally, what the people care about is the application layer. Why? That, the reason why is because the application is bounded to the two area. One is the low LP1, which is the, for the long distance, maybe up to 20 kilometers. And the other is the short range, which is suitable for application. Изгиб или еще что-нибудь, повредить, передавить. Это все возможно. Если мы говорим о внедрении оптики на рабочие места, тоже такая тенденция в свое время была. Я даже знаю пару объектов, как бы, где это было внедрено. Не отключили или его не повредили, тоже можно использовать данную технологию. Она новая. В России, вот мы, говорю, два месяца назад ее анонсировали, уже есть спрос, уже есть потребность, уже люди. В России мы уже пару лет как анонсируем данное решение. Это новая технология, называется коммерческое название PIMcaster. Это технология передачи данных посредством использования лазера. То есть я вот вижу, ну, обычно. Но основные тезисы, которые я хотел бы просто, скажем так, напомнить. Кабельная система – это то, что закладывается на стадии либо капитального ремонта, капитального строительства. Ее, эту систему, если не совсем грамотно спланировать, что вот я сталкиваюсь постоянно, это в России. Люди не умеют правильно, даже те, кто как называется инженерами, не умеют правильно планировать и устанавливать Wi-Fi. То есть такая проблема. То ли ОЦ у нас анонсировал, уже есть. И, по-моему, анонсируется новый стандарт уже на грани чуть ли не стандартизации, еще больше скоростей. Я, к сожалению, не помню сейчас, какая скорость. Но про вот. Хотелось бы, но пока это скорее в академических работах. Аграрном университете много конференций проходило, я все их изучал и помечал, что ж там хорошего в сельском хозяйстве может быть. И мы чудненько этот вопрос можем развивать в образовательном контексте. У нас есть и пресса, которая нам этот вопрос, если потребуется, поможет осветить. Логично? Более подробно это дальше, после доклада, если можно. Я представляю группу, относительно небольшую группу, которая занимается тематической обработкой данных гистома. В
village. I'm a mayor in charge of the city, and everything inside most what is more close to the ground. Here you can think of maybe the devices at your home. For example, a gateway or a set-top box or a powerful